Оборачивайся. Могу помочь. Продолжай доставать деньги. Этот минивэн слева от меня твой. Если ты любишь Алана Ричсона, то тебе понравится, что он будет играть главную роль в новом научно-фантастическом фильме Netflix, подробности которого раскроем сегодня. Известен по своим ролям в «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя», «Смолвиль», «Голубая гора» и недавно «Ричер», Алан Ричсон присоединился к актерскому составу «Военная машина» на Netflix. По информации Deadline, звезда Ричера сыграет главную роль в фильме, который разработала Lionsgate и теперь будет распространять Netflix. Роль Ричсона неизвестна. Фильм рассказывает о группе рейнджеров армии, близких к концу отбора, когда они сталкиваются с угрозой. Этот фильм — еще одно достижение для Алана Ричсона. Благодаря Ричеру его карьера взлетела на высоту. Увенчанный его невероятной игрой в фильме «Обыкновенные ангелы» и ролью Эймса в «Форсаже X» в 2023 году, кажется, не может сказать, когда его ракета к звездам притормозит. Видите ли, помимо этой новости, в этом году при съемках третьего сезона «Ричера» Алан Ричсон будет сниматься вместе с Генри Кавиллом в предстоящем военном фильме Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны», который дебютирует в кинотеатрах 19 апреля. Ричсон также участвует в постановке «Playdate» комедийного боевика Кевина Джеймса, еще одной картины под названием «Город моторов» и праздничной комедии Арнольда Шварценеггера «Человек с сумкой». Все эти проекты и разные стадии производства затрудняют определение сроков военной машины. Сейчас, по крайней мере, скорее после окончания съемок третьего сезона «Ричера». Однако